Неваляшка с рюкзаком, ядреный водитель, громкая женщина с телефоном и остановка психбольница. Житель Челябинска снял юмористический ролик о типичной маршрутке. Показал характерных персонажей из числа пассажиров. И это видео взорвало интернет. Скетч уже набрал 500 000 просмотров на YouTube и 1,5 миллиона в соцсетях. Но что рассказывать, это стоит увидеть своими глазами. Передай, будь добр. До двоих. Хорошо. Есть в ролике водитель, который с первого взгляда может распознать зайцев. Есть женщина, которая без остановки пересказывает скандальные ток-шоу всем членам семьи. А вот и автор этого безумия, Виталий Орехов. Режиссер, сценарист, актер и монтажер в одном лице. То есть я единственное привлекаю каких-то актеров, если какие-то эпизоды нужны. И, ну, графику... Если какие-то там 3D-эффекты, физические эффекты, это другие люди делают, конечно. Ну и оператор, естественно, то есть. Потому что я не могу и держать камеру, и сниматься одновременно. Отмечу, что маршрутку для записи Виталий взял в аренду. Это не единственная работа челябинца. Он уже подарил миру типичного тренера и типичного гостя на Новый год. Ролики выкладывает на YouTube, там уже больше 160 тысяч подписчиков. В описании режиссер указывает: я снимаю скетчи с персонажами, которых вы наверняка где-то встречали. В будущем Виталий хочет создать и серьезные киноленты.